Может быть, это будет институт какой-то? Угу. То есть, что это будет за учреждение? То есть, это еще не очень понятно, да? Ну, понятно, чтобы не от своего лица, как бы, да? Да, считаю. Может быть, это не просто лекция, ведь каждой мамочке, вам, как психологу, должно быть это известно, что когда женщина попадает в положение, она становится уже кем-то, уже другим. И с вопросами самооценки, самосознанием, самоощущением происходит просто какофония какая-то. Новая личность, новое тело, это нужно все поставить на место. И, возможно, здесь, может быть, имеет смысл создать группы психологической поддержки, да, так сказать, какие-то. Потому что таких тоже нету. Нету. Женщины беременные, брошенные, действительно, произвел судьбу. И вот, вот эти точки подхода... В Питере есть очень крутое пространство, называется «Артмия». Они очень стильные и модные, работают модные ребята. И, короче, здесь есть университет. В Питере. Без этого нет понимания самой проблематики. В Питере. Это красивое имя. Кто проживает на дне океана. Я веду перископ. Я решила рассказать о вас. Можно? Я не помещаюсь, но покажу. Юля, ты можешь рассказать? Скажи, что нет. Ты стесняешься. Давай. Пойдем наверх. Здесь есть сильно модные места. Здрасте. Ну, тебе сейчас еще подготавливают все. Лада, сюда. 5 минут. Здрасте. О, тут космос, смотрите. Да. Смотрите, здесь яйцо. Здесь, смотрите, что? Вот это да. Очень круто. Может, ты тоже прийти. Красивые девочки работают. Очень круто. В общем, это бабское царство. Здесь есть прически. Мальчики. Простите. Там есть второй этаж. Мы должны туда. Там лекция была. Там типа ребятки учатся, а потом защищаются. Здесь все красиво. Еще красивая девочка. Ну, потому что я в Питере, потому и лестница. Стильно, модно, молодежно. Красивый домик, эти лаунж кафе. Можно потусить, можно что-нибудь выпить, можно покраситься, можно поработать. Ну то приходите в Питер, приезжайте и ходите, ребята будут вам рады. А там вот идет защита проекта. И там новая девочка начала защищаться. Молодые студентики. Нет, татуха здесь пока нельзя. Мне кажется, я скоро заставлю людей. И татухи еще модные видео. Вот. Юля создательница этого всего. Найти ВКонтакте или Фейсбуке меня очень просто, мне кажется. Но мне так уж и много Лесь Рябцевых, у которых татуировки на ключицах. В общем,
Я решила немножко попиарить это чудное место, потому что здесь все очень, очень стильно.